Тирасполе почти не осталось заброшенных домов. Все достроили в рамках доступного жилья и сдали. Единственное здание у 11-й школы, его тоже достроят. Там будет 18 квартир. Все для учителей. Об этом говорил сегодня мэр Тирасполя на пресс-конференции. Дальше жилье будут строить с нуля. Уже есть планы. 237 семей у нас живут в домах 1917 года. Им более 100 лет. Скажите, пожалуйста, они могут быть нормальные, эти дома? Нет. И поэтому на сегодняшний день остро стоит задача строительства нового жилья, где мы давно уже пытаемся начать это строительство. И территория выезда из города Тирасполь на Одессу. В микрорайоне Одесский планируется построить жилья на 9 тысяч населения нашего города. 9 тысяч человек. Не 9 тысяч квартир, а 9 тысяч человек. Это и высотные дома 9-этажные, это и 6-5-этажные дома, это таунхаусы. И в том числе там планируются и детские сады, школа, гаражный кооператив на более чем 500 машин, парковая зона. На бывшей территории завода Ткаченко планируется строительство 24 шестиэтажных домов, 5- или 6-этажных домов, тоже вопрос решается. Проект тоже есть. Еще о спортивном обновлении. Приведут в порядок стадион в Тирасполе. Его передали городу. Каток тоже. Он должен заработать под Новый год.